Эта работа шведского художника Густава Хельберга только на первый взгляд кажется простой. В действительности она играет со зрителем. Оставляет вопрос, а кто здесь, без ответа. И вызывает чувство смутной тревоги, которое так понятно современному обществу. Художник готовил эту работу для Ширяевского биеннале. Сейчас ее представили на выставке «Поле действия», которая открылась в галерее «Новое пространство». Мне кажется, собственно, вот выставка, она в вопросе доверия к разным формам, к разному времени, в итоге, ну, к самому себе. Эта выставка – совместный проект галереи и средневолжского филиала Государственного центра современного искусства. В экспозиции десятки работ современных российских и зарубежных художников. Визитка полной перезагрузки творческой программы галереи. Само название говорит, собственно говоря, обозначает, как это сказать, то поле действия, чем мы занимались, чем мы как бы собираемся заниматься, а именно современным искусством в Самаре. Мы надеемся, что нам удастся при помощи вот таких интересных форматов, таких интересных имен, известных художникам имен, мы сможем и привлечь внимание к нашим фондам. Для зрителей поле действия – это атлас современного визуального искусства, срез работ за четверть века. Здесь можно увидеть и видеоарт, фотозарисовки из Парижа, и современную почти плакатную живопись, и отчасти близкие к классическим канонам картины. Тема черного юмора в живописи редко используется в прямом смысле, а здесь используется, ну, определенная сатира и в какой-то степени, я бы даже сказал, пародия, игра слов, каламбур с тем, что он украл мое сердце. Ну, в данной выставке смысловая составляющая доминирует над эстетической. И это интересно. В том плане, что художники заставляют зрителя разгадывать смысл. Оказаться в поле действия современного искусства можно до 21 марта. Елена Малютина, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.